С новым учебным годом, с новым начинанием. Год, как начнете, так и закончим. Раз вы сегодня над своей работой, над своим телом, над своим здоровьем, над своим духом вы работаете, я вам завидую, восхищаюсь вами. Вот мы тоже здесь, семьей, с друзьями, шастаем по Австрии. Каждый день на новом месте пытаемся чего-то увидеть, что-то познать. И мы здесь познаем, тоже ради здоровья чем-то занимаемся. Вы тоже как-то чем-то занимаетесь. Самое главное было чем-то заниматься. В этом и смысл. В этом-то и смысл всей жизни. Потому что вот усопший, в кладбище всегда порядок, ничего почти не меняется, только новый труп добавляется. Значит, раз мы с вами живые, значит, на стороне жизни, на стороне действия, на стороне созидания чего-то. Значит, если вы будете лениться, вы получите результат своего труда. Если вы будете действовать, вы опять же будете получать результат своего труда. Какой результат вас интересует, по тому направлению идите. Потому что любое действие вознаграждается вами, вашим организмом, природой и со стороны Бога. Спасибо, что вы над собой работаете.